Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Ютаро 365. С вами я, таролог Юлия, и я сегодня рада вас видеть на своем канале на YouTube. Добро пожаловать, если здесь вы впервые, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам нравится и вы любите такие расклады. А также сегодня, конечно же, мы начнем с вами рассматривать тему его мысли о вас на сегодня. И давайте же, конечно, начнем с сигнификации, которую мы всегда с вами проводим. Давайте посмотрим, что происходит у вас сейчас в отношениях. Ну что, я хочу сказать, что по отшельнику, конечно же, вы друг от друга отвернуты, смотрите немножко в разные стороны, разные у вас подходы, видимо, к отношениям. Действительно, я хочу вам здесь сказать, что я вижу, что отношения у вас, в принципе, сейчас немножко, ну так, травмированы вы оба, в принципе, этими отношениями. Я также хотела бы уточнить, что здесь отношения с чувствами с обеих сторон, и со стороны вашей, и со стороны мужчины. Я не вижу здесь, скажем так, какой-то вот такой глобальной почему-то проблемы, почему вы расстались, пока что мне не показывают, конечно. Ну вот интересно было бы посмотреть, да, чтобы дополнить эту сигнификацию, приступить к раскладу. Так, то, что вы расстались и ушли оба в паузу, да, в молчанку такую, это 100%. Это точно здесь. Я хочу вам сказать, что здесь у меня такие карты выпадают, скажем так, что по тузу мечей и по четверочке мечей отношений их сейчас просто как таковых, во-первых, нет. А во-вторых, я хочу сказать вам, что это отношения, которые немножко... Ну, скажем, они прерывистые, сами отношения вот такие волнообразные. Кроме того, я хочу сказать, что здесь больше немножечко вы оба сейчас ушли в работу, да, занимаетесь своей семьей, своим как бы налаживанием своей какой-то, да, жизни. Вот такая вот будет сигнификация, да, еще карта мага, человек манипулирует вами, да, своими действиями. Это так. Хочу вам также сказать, что... Минутка красоты. Наша прелесть сегодня на раскладе. Это все у нас от двух очень хороших моих уже клиенток по совместительству, моих зрительниц на канале, Светлана из Нью-Йорка и Айгуль. Девчоночки, спасибо вам большое за ваши донаты, за вашу поддержку. Цветы в честь вас сегодня и, в принципе, благодаря вам эти цветочки на канале, и как бы вы способствуете этому. И давайте сделаем приятно девчонкам за то, что они позаботились о таких красивых цветах, выслали донат. Давайте поддержим, давайте вот я напишу комментарий верхний, да, спасибо за цветы для Светланы и для Айгуль, и вы проставите лайки, мне будет приятно, что вы у меня добродушные, добросердечные девчонки, и девочкам будет приятно заодно, я им вышлю тоже ссылочку. Девчонки, ну что, смотрим мысли его о вас. У меня тут дождь начался, такая буря, гроза, так что надеюсь, вам этого не слышно. Так, ну что, у меня новое освещение, кстати, благодаря вам тоже. Девчоночки, новое освещение. Я еще пока немножко поиграю с ним, да, потому что я вижу тени еще все-таки. Но во всяком случае, да, чтобы вам было хорошо видно. Скоро будет видно и карты, и меня, и стол, и все на свете будет видно. Просто подождите немножко, я заканчиваю наверху ремонт и буду переезжать туда. Делаю себе офис отдельный, потому что... Все больше и больше части жизни моей занимают расклады для вас, как общие, так и личные, как прямые эфиры, да, то есть, конечно, необходим правильный офис, я должна быть в определенной обстановке, поэтому занимаюсь сейчас этим моментом. Ну что, девчонки, его мысли о вас на сегодня. Ну, мысли, конечно, во-первых, ностальгирует человек. Во-первых, это ностальгия по прошлым отношениям, какие они у вас были,
что это были за отношения, как это все складывалось. И я хочу вам сказать, что это человек, который очень резко из вашей жизни исчез. Это человек, который прям вот был-был и как бы пропал из судьбы. Да, нету как будто бы его сейчас на сегодняшний день, разбил вам сердце, сделал вам больно. Это все, о чем он думает. Он понимает это все. То есть приходит осознание человеку, насколько больно он здесь сделал, насколько он вам растрепал сердце, насколько он неправильно поступил. Ну, хотя бы есть такие мысли, да, и это уже хоть говорит о чем-то, да, каком-то прозрении. Стоит отметить, конечно, что здесь по шестерке кубков у нас товарищ с чувствами и по четверочке кубков, да, то есть мы наблюдаем человека, который очень эмоциональный в данный момент по поводу вас. Мысли о вас реально не дают покоя. Ужас, какой там душ. Хорошо, что я кошку на улице быстренько ее на второй этаж туда пристроила. Ужасно. У нас тут, если дожди, я живу в Техасе, кто не знает, в Хьюстоне, тут если дождь, у нас затапливает, и машины людям затапливают очень часто. Может быть, видели про ураган Харви пару лет назад. Вот. Это все здесь. Все здесь, на месте. Вот такие дела. Что он еще думал о вас? Ну, во-первых, я вам скажу так, девчонки. Во-первых, это да, во-вторых, да, уже не во-первых. У нас человек ностальгирует. И человек, на которого вы пришли сегодня посмотреть, он считает до сих пор, что вы его женщина, потому что он считает, что он до сих пор в вашей жизни император, что он до сих пор какую-то планочку держит в вашей судьбе, что есть он все-таки на какой-то там полочке архивной, да, в папочке в определенной, лежит где-то там и находится все-таки. И он оттуда никуда не девается, да, потому что, во-первых, он себя очень любит, он в любом случае уверен в своем вот этом потенциале, да, каком-то мужском. Это раз. И второе, конечно, я хочу сказать, что король кубков, это, конечно же, у нас человек, который, ну, с чувствами, с эмоциями, и они как бы наплывами такими, да, волнообразными происходят у этого человека. А также он сейчас понимает, что не взял за вас ответственность вовремя, что были чувства, то есть его осознание сейчас ситуации, что было много каких-то чувств, эмоций, и хороших, и негативных, да, много любви к себе, что он очень много эгоцентризмом занимался, понимаете? И король Пентаклей мне здесь говорит о том, что не взял вовремя ответственность за вас, то есть не вовремя. Теряет время, ресурс, да, время это же ресурс, и этот ресурс он потерял. И еще мысли о вас. Вот прям сегодня. Девочки, ну как бы хорошо уже несколько карт таких выпало, да, наводящих меня на вот данную речь, которую я сейчас вам произнесу. Это то, что человек хочет появиться. Он думает, что он может сейчас сделать для того, чтобы эти отношения можно было как-то восстановить, дать им какой-то шанс, дополнительный рывок какой-то, да. Еще один последний контрольный выстрел в воздух. Что можно здесь еще сделать? Как эти отношения можно развивать, что, в принципе, здесь еще реально сделать и как реально эти отношения восстанавливать. Он понимает, что вкалывать здесь придется ой, как много, и это его, конечно, пугает. Он понимает, что он по пажу мечей вообще не готов, да, потому что человек по пажу мечей понимает, что он вообще, ну, то есть ответственность брать, это вообще не его фишка. То есть это не его история, да, и он понимает, что у него просто сил не хватит, что он в очередной раз, как бы, если даже появился бы, то это было бы нечестность по отношению к вам, потому что он просто не может вам дать того, чего хотелось бы, да. Еще его мысли о вас сегодня. Ну, манипуляция, да, вот все, что у вас сейчас происходит на сегодняшний день, происходит у вас немало, да, это вот это вот охлаждение к вам, бездействие, это по четверочке мечей, которую мы наблюдали в начале, да, вот такое вот поведение по пажу мечей, как бы, или
нравится или не нравится, там, всего доброго, да, то есть мужчина ведет себя таким образом. А на самом деле вот эта луна вместе с магом, ну, то есть карты такие, учитывая предыдущие связочки, говорит мне все это о том, что здесь человек абсолютно точно пытается вами проманипулировать, пытается вас обдать холодком, чтобы вы почувствовали, как это, да, быть одной и быстренько побежали к нему проявляться. Чего я, кстати, не советую делать, девчонки. Потому что сколько веду личных раскладов, сколько мой опыт подсказывает уже, да. А я веду личные расклады очень активно и всегда. Поэтому ничем хорошим как бы это особо не заканчивается практически ни у кого. Вот 99,9% девчонок, те, кто первый подействовал, это всегда заканчивается травмой для женщины, к сожалению. Что он вообще думал о вас вот в последнее время, за эту неделю? Какие основные мысли о вас его беспокоили, в его головушке поселялись? Вот за неделю, за последнюю. Что надо все менять, что по нулевому аркану, да, бери ответственность. Эта женщина тебе по судьбе, это от высших сил. Бери ответственность, начинай что-то делать. Да, с нуля, нулевой аркан, здесь надо трансформироваться, здесь очень большие карты, потому что отношения перспективные с вами можно строить, с вами можно расти, отношения можно выкладывать по кирпичику. Очень-очень хорошее, крепенькое такое здание можно с вами построить. Но, знаете, вместо того, чтобы класть кирпичи, да, и подкладывать раствор в это здание, как-то его укреплять, мужчина вместо этого занимается разрушением этого здания, да. Поэтому вот так, пятерочка пентаклей, я вам скажу так, этот человек по какой-то причине, вы сами наверняка знаете, какая-то причина, мы сейчас это не будем, да, подробно рассматривать, но я хочу вам сказать, что здесь есть причина, по которой этот человек не может вам дать то, что вы хотите, и то, на что вы заслуживаете. Он это понимает, потому что он опять выходит мне по жом кубков на этот раз. Это так, и все, на что вы можете рассчитывать, это история из прошлого, на которую вы не пойдете. Вы уже готовы, вы очень активны сейчас, вы готовы двигаться только вперед, и предыдущие варианты – это не ваша вообще история. Еще его основные мысли за последнюю неделю. Чувство, девчонки, чувство, знаете, кипит все внутри, очень, ну не зря он там хочет появиться, и колесница, и восьмерка жезлов, это про то, что может быть написать, позвонить очень хочется. Но он понимает, во-первых, что по другим картам, что ему не с чем идти к вам, но с другой стороны, чувства, они как бы тоже никуда не деваются, да, то есть их тоже там себе за пояс не заткнуть, ведь это такая штука, которая хочешь, не хочешь, а она так просто как бы не проходит стороной. И по колесу фортуны, конечно, он надеется на какой-то шанс от высших сил, на подарок судьбы, как хотите, да, очень на судьбу надеется человек, что вы вот встретитесь, что наступит день, когда в любом случае вы проявитесь сами, может быть, как-то высшие силы пошлют встречу. Ну, то есть здесь, конечно, карты такие, знаете. Но чувства у него сейчас вспышка чувств, вспышка эмоций. И я хочу вам сказать, еще дополнительно несколько карт говорят мне о том, что почему-то этот человек, он очень долго к вам как-то шел. Это же ведь не так просто было вас заполучить. И очень странно, что вот так вот как-то он, знаете, все как-то на карту бросил. То есть он все на кон поставил. Знаете, поставил все на зеро и просрал, извините за выражение, да. Но здесь все про чувства, туз кубков, влюбленные девчонки. Здесь человек с чувствами пришел сегодня. Он хоть и кается, да, но он не умеет абсолютно никак вот женщину как-то дать женщине что-то, да, чтобы она себя почувствовала женщина, чтобы она была значимой. Нету такого у него. Совет от карт для вас. Ну вот что карты советуют сегодня вам по поводу этого человека, что... Да, чувства здесь есть еще. С обеих сторон это союзные чувства, с двух, да, как бы колоколен, пришедший ко мне на расклад, но основная, как бы,
политика этого расклада состоит в том, что ваша холодность спасет вашу жизнь в данном случае, спасет ваше женское достоинство, спасет вашу душу, ваше сердце, да, которое уже и так здесь по семерке мечей, как бы довериться этому человеку, это соврать самой себе, понимаете? Вот такие вот карты. То есть здесь все равно башня у вас, да, и вы приняли это решение для себя уже не зря. Это решение, оно как бы правильное. Вот такой сегодня был раскладик. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, пожалуйста, поддержите это видео лайком. Я вас обнимаю. Желаю вам замечательного дня. Будьте счастливы и благословенны. Всего доброго. До свидания.